Мы приехали на самый верх, на 2200. Вот там Красная Поляна. Мы приехали посмотреть закат в горах. Сейчас будет прекрасный момент, когда солнышко закатится за горы. Здесь специальная такая площадка, на которой видно этот закат. И люди вот там стоят, снимают. Я тоже поспешу, чтобы вы сюда смогли. Не все же смогут сюда подняться и увидеть эту красоту. А мы с вами вот видим. Я тоже хочу. Вот, давайте я вам покажу, какую прелесть. Вон там девочка чего-то делает. Давайте посмотрим. О, как она там. Давайте я вас сфоткаю. Все. Посмотреть закат? Я же сказал, 7:35 будет только начало. Как будто тебе жарко, что ли? Для чего-то да, снимает действительно ее выступление на закате. С ногами? Совсем. Нет, с руками. Ты горизонт. Здесь вот такие горы. Вот такая красота. Ксения с Костей тоже. А Варенька как у нас смотрит на закат. Варенька, где ты закат видишь? На нем. Вот на, посмотри, какая она там с огнем. Нет, стойте, последний. Но здесь столько людей хочет сфотографироваться. Все пришли посмотреть. Все, теперь все. Большинство из вас никогда здесь не побывает. И ничего не увидит. Там люди наблюдают. Везде проведены канатные дороги. Видите, можно везде подняться. И все это... Ну вот последние закатные мгновения. Садится, садится. Нет. Какая-то корона у него появилась. Видите, какая корона. Не загорай. Я могу еще ближе приблизить. Вот так. Солнце не меньше, чем Луна. Поэтому с такой камерой мы можем с ним вот такое сделать. Но это уже надо было на стойке. Я вам общую атмосферу все-таки покажу. Народ такой весь удивленный. Народ весь. Мы маленечко, конечно, сплоховали. Видите, все в курточках, все пододетые. Тут прохладненько, честно говоря. А там в некоторых местах еще и снег лежит. Не скинешь.
Здесь сделано. Вон где площадка-то основная, ребята. Вон где. Ну кто бы звал? Можем успеть. Ну все, последние. Все, сейчас сядет, темно станет. Секунды. Вы это, конечно, с камерой видите. На экране. Все видят вот так. Вот, вот так. Вы, ну все, пошли последние секундочки. Ну, я тоже первый раз такое вижу в жизни. Теперь, надеюсь, вам... Ну вот и все. Ксюша с Костей озябли. И мы с вами уходим. Ну, я надеюсь, вы получили удовольствие от этого заката. Я думаю, что мы еще несколько удовольствий вам найдем. Помоги всем, Господь, здоровья всем, радости. Аминь.